Глава 10. Изречение Соломона. Мудрый сын на радость отцу, а сын глупый — матери на горе. Прока нет в неправедном богатстве, а праведность спасает от смерти. Не оставит Господь праведника голодным, но отвергнет алчущего нечестивца. От ленивых рук разорение, а от прилежных — богатство. Кто потрудится летом — молодец, а кто жатву проспит, тому позор. Благословениями праведник увенчан, а уста нечестивых таят насилие. Память о праведнике благословенна, но даже имя нечестивого сгинет. В сердце мудреца хранятся заповеди, а уста глупца доведут до беды. Кто идет прямой дорогой, тот спокоен, а кто петляет, тот и попадется. Перемигивания вызовут обиду, а уста глупца доведут до беды. Уста праведника — живительный родник, а уста нечестивых таят насилие. Ненависть раздоры раздувает, а любовь загладит все грехи. На устах разумных обитает премудрость, а для спины глупых найдется розга. Мудрецы берегут познание, а речи глупца ведут к разорению. Для богатого достаток словно крепость, а для бедных нищета, как пепелище. Труды праведного ради жизни, но наживо нечестивца для греха. Следовать наставлениям — вот путь жизни, а если пренебрегаешь упреками, заблудишься. Лживые уста таят вражду, разносчик сплетен — глуп. Ведь собственная дурость. Благословение Господне тебя обогатит, ты с ним горе знать не будешь. Глупца радует пакость, а проницательного — мудрость. Слова праведного оберегают многих, а глупцов губит собственная дурость. Благословение Господне тебя обогатит, ты с ним горе знать не будешь. Глупца радует пакость, а проницательного — мудрость. Сбудутся страхи нечестивых, и желания праведных исполнится. Буря пройдет, и нет нечестивца, но праведник крепок вовеки. Как уксус во рту, как дым в глаза, так и лодырь для того, кто с ним связался. Кто Господа боится, живет долго, но годы нечестивых сочтены. Радостно упование праведных, но погибнет надежда нечестивых. Путь Господень для непорочного — прибежище, а для злодея — ужас. Непоколебим вовеки праведник, а нечестивым на земле не удержаться. Уста праведника источают мудрость, а зловредный язык будет отрезан. Из уст праведника исходит полезное, а из уст нечестивых — зловредное.